Вначале вода, потом засыпаем смесь резидов С180. Перемешиваем малооборотное древе. Учебный центр Техуниполь. Вам нужно взять спатель. Дай мне стирок, пожалуйста. Ну, грубо говоря, вот это такое, да? А как консистенцию, да? Погуще даже? Чуть-чуть водички, и потом это. Вот вам мастерочек, чуть-чуть. Добавляете. И досыпаете, пробуйте сами. Попробуй сначала. Засыпайте, засыпайте. Засыпайте прям практически до конца. Проверяйте. Чувствуете это? Если что, добавляйте опять водички. Так, водички добавьте. Да, маловато. Мешайте. Только не переборщите с водой, а то придется во второе ведро часть перекладывать. Наша с вами задача сделать сейчас хотя бы два ведра клея. Мы сейчас с одним начнем сразу работать. А кто-то останется, будет перемешивать еще второй ведро. А сколько живут, если у него этого клея? А, в зависимости от погоды. Порядка 4-5 часов бывает. То есть в ведре у нас, да? Да, если не жарко. Если жарко, то 2-3 часа. А подновлять нельзя. То есть вы постоянно, когда работаете, если вы чувствуете, начинает, вы просто опускаете дрель и делаете перемешивание. А вот тут наука Сиренер, который вот он не советует полистирола, там. Не советую работать. Работать лучше с нормальным материалом. Можно, но вообще попробовать ненормальный. Слабый. Просто слабый. Берите лучше нормальную систему, нормальные материалы. Которые здесь стены, есть которые здесь примеры. Производителей много, систем много. Ну, да, я все, в принципе, на нормальном, на хорошем должном уровне. А когда все эти эконом-варианты, зачем вам это? Потом это все полетит обидно, работа же дорого стоит.